Насколько сильно тульский болельщик ждал этого дня, 9 апреля, можно судить по количеству до боли знакомых физиономий в окрестностях стадиона «Торпедо». Невольно подумалось, а зачем вообще было огород городить и проводить этот матч в какой-то Москве, если на трибунах, под трибунами, за трибунами все те же лица, только в профиль. Кстати, в этот же день, 9 апреля, в Москве, кроме футбольного матча, проходил еще и концерт Бориса Моисеева. И по идее, все его единомышленники должны были бы быть там. Тем удивительнее появление на стадионе нескольких десятков отморозков из Раменского, горящих желанием расквитаться с тульскими фенами за свои рожи, набитые в прошлом году на стадионе «Арсенал». Симпатичная потасовка, казалось, задала тон стартующему сезону, в котором «Арсеналу» придется нелегко.